Да. Так, не здесь. Так, пошли на дорогу и начнем с дороги. Ну, то есть я там был приблизительно миллион раз. И это, конечно, прямо какой-то морок. У меня жена гражданка Украины. Мы жили последние годы на две страны, между Украиной и Россией, между Киевом и Москвой. И 27 февраля мы должны были уезжать в Киев, в экспедицию в пещеру Оптимистическая. 24 февраля, это шок, понятное дело, это было ожидаемо, но никто не верил, что это безумие дойдет до следующей стадии. Ну, я лично тоже думал, что это будут опять любимые КГБшные, значит, игры в нагнетании обстановки. У меня была мысль не уезжать сразу, а посмотреть, что будет, потому что я просто не люблю делать поспешных решений. Потому что когда вскочил, побежал, обычно делаешь не то, что стоило бы сделать. У нас был план уехать на север, подальше от военных действий, и в случае необходимости уйти в Европу через границу с Финляндией. Я позвонил друзьям, с которыми я дружу больше 25 лет. У них база на севере, на границе с Финляндией. Я позвонил спросить, что мы к вам приедем пожить, на что он мне сказал, что... Я слышал дословно. Слушай, Богдана, это моя жена, Богдана же украинка. Ты же понимаешь, что мне надо позвонить в местное отделение ФСБ и сказать, что она к нам приедет. Но она не имеет же никакого отношения к фашистам, поэтому чего вам бояться? Ну, проверит ее, значит, ну, раз спросит. Поэтому приезжайте, но как бы вот... Будет вот так. И я понял, что, значит, нам небезопасно в стране. И поэтому мы поехали в Грузию, значит, и здесь осели. И у нас здесь были друзья. И мы знали эту страну. Вот, и мы ее любим, и нам здесь приятно. На попе. Аккуратно на попе. На попе спускаешься и уйдешь. Отсюда очень красиво. Да. Помнишь, в «Чужом»? Вот оно так же. Если бы он ушел и не светил нам в глаза. Класс. Это природный памятник Грузии. Здесь живет самая большая колония летучих мышей. Ну, собственно говоря, я снимаю проект про летучих мышей для National Geographic. Здесь работает такое основное у меня место работы. Мы снимаем для National Geographic с 2010 года, а у меня жена Explorer National Geographic. Мы восхищаемся окружающим миром и рассказываем о своем восхищении окружающим миром людям. То есть, понимаешь, мы когда жили в России, мы рассказывали сказки про Россию. Мы рассказывали, какая она удивительная, что там есть такие-то объекты, там живут такие-то животные, да, что это все очень клево. Одна из причин, по которой мы уехали, ну, это так, это постфактум, да, и почему я в ближайшее время точно не вернусь в Россию, потому что нельзя людям рассказывать, как прекрасен этот мир, когда они отрезают уши. Не нужны эти сказки. Этим людям нужны вы, да, нужна «Новая газета» для того, чтобы рассказывать более простые истории о том, что нельзя отрезать уши. А если ты уши отрезаешь, то ты ненормален. Что так нельзя, так люди не поступают. И этому нельзя радоваться. Это горе. Надо проговаривать, что это война. И об этом нужно говорить каждый день.
Иначе ты привыкаешь и кажется, что все нормально. Ты ходишь на работу, получаешь зарплату, улыбаешься людям, значит, в метро. И все как бы хорошо. А на самом деле нехорошо. Нехорошо. Так нельзя. Так жить нельзя. Привет. Меня зовут Ася Казанцева. И 29 апреля я читаю в Тбилиси лекцию про отложенные вознаграждения. Про то, каким образом люди и животные пытаются не есть маршмеллоу, когда им хочется его съесть, и как наука это изучает. Это будет в Свиз-отеле 29 апреля в 19:00. В моем случае переезд в Тбилиси не был добровольным, как, впрочем, и для многих других людей. Я хотела жить в Москве, и я продолжала жить в Москве даже после того, как война началась, до тех пор, пока не показалось, что в моем случае это чрезмерно рискованно. Меня постоянно спрашивали, почему я не уезжаю. Я каждый раз отвечала разное, потому что был миллион разных возможных вариантов ответа. Но, по большому счету, я не уезжала, потому что я люблю Москву сильнее, чем ненавижу Путина. Потому что я чувствовала и, насколько возможно, продолжаю чувствовать себя частью русской культуры, таким эритроцитом в кровеносной системе русской культуры, чья задача ездить от Калининграда до Владивостока и предоставлять всем людям какое-то единое культурное пространство. Мне нравится читать научные статьи и рассказывать про всякие интересные штуки, которые я находила. И здорово, что это всегда и многими людьми было востребовано. То есть я люблю транслировать свое восхищение, скажем, нейробиологией. Меня очень прет, что другие люди его разделяют. И, естественно, мне нравятся те люди, которые это делают. Но и кроме того, как любой человек с публичной профессией, я от аудитории завишу. Это самые важные отношения в моей жизни, в том смысле, что они обеспечивают мне физическую безопасность, крышу над головой и макароны. Добрый день! Спасибо, что вы все пришли. Если кому-то меня совсем не слышно, то пускай он об этом скажет, мы тогда попробуем как-то погромче вывести микрофон. История наша начала развиваться в начале нулевых, когда экономисты и психологи наконец получили в свое распоряжение томографы и смогли смотреть, что происходит в мозге человека тогда, когда человек воспринимает, обрабатывает финансовые стимулы. В мозге есть всякие рациональные отделы, есть система взаимодействия между лобной и теменной корой, аналитические и ассоциативные высшие области, и они оказались как раз довольно равнодушны к тому моменту, к тому вопросу, когда именно вам эту награду дадут, если они активировались сильнее. А здесь, кроме самого храма и чудесного вида на весь город, еще при храме вырос пантеон после того, как здесь похоронили Грибоедова. Это было такое первое значимое захоронение. Хотя, ну и в самом храме хоронили, там и Багратион похоронен в храме, который брат знаменитого Багратиона. Я очень люблю сюда подниматься. И с друзьями, и один. Иногда гуляю с собаками здесь. Здесь дышится как-то хорошо. 24 февраля я очень хорошо помню эту ночь. Я очень долго не мог заснуть. Как-то вот ворочался я в основном с мыслью о том, что надо же что-то делать, надо же что-то сделать, сказать, чтобы предотвратить то, что может быть. И я вспомнил про швейцарского святого, брата Клауса, который однажды предотвратил войну в Швейцарии. И часа в 3 ночи я в Фейсбуке вот опубликовал такую вот молитву святому брату Николаю, брату Клаусу. Но утром я узнал, что все-таки война началась. Мне стали писать и звонить прихожане, которые были
в таком же состоянии, в растерянности и в шоке. И у нас в этот день не было богослужений в храме, не было запланировано. Вот. Но мы решили, что необходима какая-то совместная молитва, и мы вечером договорились послужить молебен. Для этого молебна 24 февраля я нашел молитву святителя Николая Сербского, которая потом очень долго в нашем храме и читалась как главная молитва антивоенная. Святой Николай Сербский написал ее в самом начале Второй мировой войны. И в этой молитве есть совершенно замечательные слова о том, что вот снова совершается грех Каинова братоубийства, что христианские народы воюют друг с другом, и это немыслимо и недопустимо. И замечательное прошение в этой молитве есть: «Господи, спаси нас от нас самих». Ага. А вот и ваша Пшавела. А где-то еще Надар Думбадзе здесь похоронен. А вот сейчас я пропустил его могилу. Спасибо. Я вообще люблю друзьям показывать город и, да, то, что сам узнал. Очень предвкушаю, что ты их знаешь. Когда мы поняли, что надо уезжать, для меня отчасти это было связано с решением поставить подпись под антивоенным письмом священников. Я как-то понимал, что, ну, после подписи оставшись, ну, в общем, мы рискуем довольно сильно. В Грузии мы с первых чисел марта 22 года, третий год уже пошел, и мы приехали сначала в Батуми. Естественно, в Батуми первым делом я пошел в храм. В Батуми есть ну, так называемый русский храм, где частично служат на церковнославянском, и владыка благословил служить в этом храме. Первый месяц. Вот. Первый месяц я служил полноценно, ну, практически на всех службах, где это было необходимо. Тогда было огромное количество людей из Украины, и из Белоруссии, и из России, растерянных, которым нужна была какая-то поддержка, помощь, разговор. Всех новоприставленных, убиенных, погибших, сродников. Но вот по истечении месяца надо было снова спросить владыку, могу ли я служить уже дальше постоянно. Тот сказал, что я могу только причащаться, и в его епархии я служить не могу. Я переживал на эту тему довольно долго, искал другие возможности служения. И в Тбилиси приезжал тогда тоже. В Тбилиси мне сказали, что постоянного места мне не дадут, не определят, но как гость я могу служить. Вот, собственно, этот статус у меня так и не изменился. Я служу в гостевом режиме там, где не возражает архиерей, как, например, в Батуми. В Батуми я служить не могу совсем. Ко мне все равно приходят люди, и даже люди из моего прихода, особенно после мобилизации, приехало несколько семей, которые были нашими московскими прихожанами. И, конечно, мы встречались, и как-то духовно общались, и приходили за советом и на исповедь. Все сожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий. Сию те молитвы, как владыцы грешни, приносим, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе единого согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишься во слове всех Твоих и победишься в них, да судить идти. Ну вот, дорогие, сейчас тогда по очереди пойдем исповедоваться. Кто первый? Яков, тогда хорошо.
Твои блёстки остались на мне до сих пор, ты видишь? Да. Они, оказывается, несмываемые. Если бы я об этом вчера знала, я бы так не поступила. Ты бы кашку себе заварила пока. Что поесть, Петя? Когда я кашку заварила? Кашку в 40. Хорошо. Так, я вот думаю, распустить или оставить? Оставить. О, так даже лучше. Хорошо. А сейчас телефон упадет. В зеркало сделай. Все, я погнали. Пошла. Малина, малина, клубника, клубника. Ну вот, они вместе ходят, а возвращаются вместе с Сашей. Мам, а можно мне немножко Оля? Что у вас в эфире сегодня? Сегодня у нас практически весь эфир по спикерам про Израиль. Но ничего не отменит самарскую часть, потому что мы начинаем всегда с Самары. Нам подключается Давид Шарп по средам, потому что он только по средам может утром. И рассказывает нам про положение дел и в Израиле, и в Украине. В рамках ночных эфиров мы собираем весь кринж, который за две недели нам попадался. Сколько времени? 50 минут. Вам не пора выходить? Девочкам пора в школу. Носочки надо надеть. Ты не забудь еще, пожалуйста, успеть помыть тарелку за собой. Ты помыл тарелку? Все, беги. 7:58. Беги. Май, мы начинаем. Поздно. Не знаю, завтра. Я не слышу. Можно я 5 флари возьму? Возьми, но я не знаю где. Где-нибудь. Что найдешь, все твое. Это ты зря сказала. Это ты зря сказала. Май, ну мы начинаем. апреля, понедельник, 8:01 у нас на студийных часах, и я не понимаю, почему Даша танцует так рано утром. Ты выспалась? Я прекрасно понимаю, почему я танцую так рано утром, потому что я перестану танцевать так рано утром, я лягу здесь и засну. Нужен вам такой ведущий, который ляжет здесь и заснет? Я предполагаю, что нет. Танцуйте поэтому вместе с нами тогда, чтобы не заснуть и начать этот день бодро. Ага. Похоже на котиков дрессированных? Кинь нам я рыбку. Абсолютно восхищаюсь, что вы это сделали одновременно. Прям вот просто. Хорошо. Как вы? Живы. После этого мы должны заплакать друг другу в жилетку. Да ну ничего, живы. Разве нужно что-то еще, как говорил нам сегодня один хороший человек в эфире? Довольно тяжелая ночь была с субботы на воскресенье. Мы ее провели, кстати, вместе с вами в ночном эфире, наблюдали за атакой Ирана на Израиль. И сегодня об этом будем говорить, конечно, очень много. Ну а начнем с новостей региона. В Самарской области продолжают воспитывать из детей солдат. Уроки мужества в преддверии Дня Победы проходят повсеместно во всех районах и городах Самарской области. Представитель ЧВК «Вагнер», ныне, видимо, запрещенной в России организации, пришел к детям рассказывать о мужестве и патриотизме. Ответил на вопросы школьников. Я пришелся, потому что я хотел послушать ветерана боевых действий, вот его рассказы, узнать правду. А проблема в том, что он же будет и думать теперь, что все это правда. Вот что самая большая проблема. Ну, не знаю, это зависит от того, в какой среде он живет, в какой семье он живет. Любимым Даше и Антону привет из Петербурга. Галина пишет: Даша и Антон, утро начинается с вами, восхищаюсь вами. Мы ответим вам: не знаю. Проворные устрички пишут директору на завтрак. Кстати, он уже, мне кажется, он чувствует, что время к концу эфира, поэтому он пошел в сторону миски. В сторону завтрака. Спасибо врагам, спасибо друзьям, спасибо нашим подписчикам. Даша Литвишко, Антон Роберт работали для вас. Завтра снова встретимся в это же время на этом же канале. Я работал на «Эхо Москвы» в Самаре. Я вел часовые эти интервью дневные пару раз в неделю, совмещая основные работы. Основная работа моя была айтишником в крупной энергетической компании. И вот в обед свой я ездил на «Эхо Москвы» и вел эти интервью. А потом появилась идея, а что это, у Москвы есть утренние интервью, а у нас нет, в смысле утренние эфиры. И решили сделать самарский разворот, который будет идти до федерального. Мне предложили туда прийти одним из ведущих, и сказали: ты должен с собой привести кого-то, потому что ведущих тогда на «Эхо Москвы» в Самаре не было. И я говорю: Даша,
Собирайся. Собирайся. С вещами на выход. Я занимался не только благотворительной деятельностью, которую уже сказал, и не только работал айтишником, и не только еще вел интервью на радио, но еще при этом и занимался политикой. Занимался активно, участвовал в наблюдении на выборах, выдвигался в качестве кандидата, разные вел агитационные кампании, призывал к миру, еще когда это не было в тренде, когда Россия пошла воевать в Сирию, и мы стояли с кубами на улице города и говорили «нет войне», ноль вообще, никто не обращал. Мне это тогда было совершенно непонятно. Меня это злило. Я говорю, посмотрите, что творит Россия в Сирии. Люди проходили мимо и иногда соглашались поставить подпись. Мы собирали подписи за то, чтобы вывести войска. А у меня есть одна самодельная дочка, которую я сделала, ну, не вот этими самыми руками, конечно, но тем не менее. А ее вы видели вот с утра, она самая маленькая, бегала тут, ела кашу и доставала нас всех. А еще с нами живут два подросточка. Это приемные дети Антона, горячо любимые и мной тоже. А вот мы приехали такой компанией. Первая из Самары уехала я. Когда началась война, пришел папа Майя и сказал, ты знаешь, надо увозить ребенка. У меня было полное ощущение, что я пока что остаюсь, и что я должна как-то работать, уходить на площадь, и что-то говорить, не молчать, в общем, что-то делать с этим. Мне тогда... Эфиры вести, опять же. Я была убеждена в том, что просто нужно доносить до людей правду о войне, и тогда война закончится. Вот такая глупость. И когда выключили радио, я помню, что мы вышли, включили радио в машине на привычной кнопке, там было шипение, стало понятно, стало еще страшнее, стало понятно, что и как бы эфиров не предвидится. И я совершила первую попытку улететь. Это было уже выключенное эхо, но мы продолжали работать из студии в YouTube и планировали, что она вот, да, может, из аэропорта подключится. Но рейс сгорел, и вдруг в самом начале эфира она заходит в студию, и мы провели его вдвоем. Это был последний наш эфир со мной. Да, нам звонили люди, спрашивали, а что у вас, профилактика какая-то, оборудование? А мы вас не слышим, что происходит? Мы говорили, нас выключили. Повторяли это снова и снова. Вот, плакали, конечно, мы вообще тогда, ну, я довольно много плакала в эфирах. Да, я въехала 6 марта, 9 марта приехал Антон. А 11 марта мы уже начали вести. 10 марта мы нашли вот тот самый дом, часть дома, заселились и поняли, что на следующий день выходим в эфир. Это была моя вообще идея фикс. И мне казалось, что раз уж я позорно бежала, теряя тапки из России, то я должна сейчас сделать все, чтобы этот свой побег и чтобы это свое, значит, малодушие оправдать. И я думала, что нам, ну, необходимо продолжать разговаривать. Неважно как. Вот тогда я совершенно была уверена, что неважно, какая камера, какой свет, какой звук. Хотя у нас был микрофон. Звук у нас был хороший. Нас, вот единственное, что у нас был микрофон хороший. Нам надо вот прямо сейчас, нам надо сейчас говорить. То, что мы уже 3 дня молчим, уже преступление. Вот. И мы вышли утром в 8 утра по самарскому, ну и, соответственно, по батумскому времени, 11 марта в эфир с веб-камерой камеры ноутбука, вот так вот друг к другу прильнув. Это был, ну, ужасный эфир просто был. 15 человек было на том эфире, я до сих пор каждому благодарна. И все первые наши зрители были из Самары, поэтому, конечно, им было важно получать самарские новости, а где они их еще получат, кроме бравурных речей по ГТРК Самары, им больше посмотреть-то будет нечего. Поэтому мы начинали с самарских новостей, конечно, при этом освещая войну в Украине. Ты сказал, что думать о будущем было невозможно в России, но думать о будущем было невозможно и в Грузии первые 3 дня. И вот эти первые дни в Грузии были сложными еще и потому, что ходят за тобой 3 детей и говорят, а типа, а дальше что? Мы сейчас в Тбилиси, а потом что? А вот школа, с ней что? И ты, постоянно сбивая язык, говоришь, у нас горизонт планирования 1 день. Когда младшие спрашивали у старших, почему нам нужно уезжать, Антон говорил, потому что иначе папу посадят. Вот. И это было достаточным аргументом для того, чтобы принять все остальные невзгоды. Ну, Майя мне помогала рисовать плакат «Нет войне». И как бы, когда у тебя ребенок помогает рисовать гуашью, принесенный своей же детской плакат «Нет войне». 24 февраля. 24 февраля, когда она видит, не знаю, маму, которая просто заплакана до футболки. Но, кажется, там никаких объяснений не требуется. Са
Сакартвело. Сакартвело. В грузинском нет родов. То есть ни мужского, ни женского, поэтому они все картвелы. Я картвел. Мы картвели вар, так скажут. Я картвел. Картвел means Georgian. Картвел, хатуна из Georgian, хатуна из Картвели. Армения по-грузински са сомхети, потому что по-грузински армянин сомхи. Франция са прангети. Да, уже обсудили. Про Францию уже обсудили. Февраль-март 2022 год, хатун. Я живу в Тбилиси, и Алла живет в Тбилиси. Вот это все волна, которая нас, можно сказать, немедленно и не быстро приближалось. Вот это людей, которые приехали в очереди везде. Даже можно сказать, общественные транспорты, вот прямо говорили утром, невозможно в метро залезть, в автобусе, потому что вот видно было, люди приехали, и у них тоже было какой-то хаос, где жить, где найти жилье. Март уже достаточно тепло. Ты выходил в город и видел людей, которые спят на скамейках, подложив рюкзак под голову. 2022 год, март-апрель, очень много в Тбилиси, под деревьями, под лавочками, на улицах появляется маленьких пустых водочных бутылочек. Просто вот валяются. Стресс, ты идешь, у людей стресс. Да. И было понятно, что это не грузины в стрессе. А ребята, которые приезжали осенью, их уже брали под опеку старшие товарищи, которые там телеграм-каналы стали организовывать. И осенние ребята, они уже приехали советы давали с большим количеством информации. И вот они как-то сразу изначально не в центр. Они уже не спали на лавочках. У них уже была информация про лавочки в спальных районах. Меня тут называют лендлорд дома на горе. Это место появилось в сентябре 22 года, когда случился верхний ларс, мобилизация, и я и несколько моих друзей приехали в Грузию и внезапно обнаружили объявление на одном из сайтов, что сдается огромный дом на 5 этажей за какие-то смешные, тем более по тем временам, деньги. И решение принимали так, что мы будем все вместе. Это гораздо более важно, чем жить по одному где-то там в Тбилиси, в разных районах. Нам нужно было комьюнити. Комьюнити образовалось. И мы были рады, что мы все вместе вот переживаем этот первый период жизни в другой стране. Я не вношу несправедливость. И если многие могут жить, допустим, спокойно в своем мире, заниматься своими делами, не включать там телевизор, не читать новости, в принципе, так большая часть сейчас и делают людей в России, то для меня тяготил этот постоянный какой-то груз того, что происходит, и чувствовал себя ментально очень плохо, то есть плохо работал, снились плохие сны и так далее. И как раз когда все это началось, то я решил уехать. Это было дико спонтанно. Я оставил почти все вещи, там, велосипеды, сноуборды, в общем, все. В машину влезла только какая-то одежда. И все осталось там. И мы сели в машину с моим другом вдвоем, другие купили билеты на самолеты там за безумные деньги, но просто я машину не хотел оставлять. И поехали на верхний ларс. Ехали суммарно до Тбилиси 60 часов. 60 часов не спали. Был, конечно, страх, что не выпустят, потому что витали слухи в этой очереди, что вот сейчас закроют. И в какой-то момент был слух, что вот прямо сейчас закроют. И ты столько ехал, ты так устал. И понимаешь, что если все это было зря, это будет дико просто обидно. Вот, но когда мы прошли, то это было просто ощущение вот, действительно потрясающее, что все сложилось, что все было не зря. У нас первый месяц, каждый вечер у камина были разговоры о том, что происходит, о том, какой это ужас, и надо об этом с кем-то разговаривать. Если ты замыкаешься в себе, то у тебя будет депрессия,
или, не знаю, ты станешь пить или что-то еще. Оказалось, что у каждого из нас кто-то еще тоже уехал по отдельности, у этого у кого-то тоже есть друзья здесь, и буквально спустя месяц у нас уже были вечеринки на 35-40 человек, было тепло, мы делали шашлыки, мы, не знаю, играли в футбол, в бадминтон, здесь куча детей, образовалась детская тусовка, мы как-то устраивали детский праздник, устроили целый квест, как Форт Боярд для них. У нас было много классных концертов. Был контрабасист из филармонии, с контрабасом, естественно. Был вот виолончелист, и они устраивали невероятные концерты, только контрабас и только виолончель. Был вот этот странный перформанс, когда мы говорили о смерти и о конце света, и надо было под любимую свою песню или мелодию рассказать о том, как ты встретишь свой последний день. Соседи приходили, грузинские, абсолютно нормально, приносили вина, угощали, мы все вместе общались, обсуждали политику и не политику, и быт. То есть абсолютно разная была тусовка. Когда началась война, я несколько месяцев совсем не работала и совсем не понимала, для чего работать, какой смысл писать стихи после Освенцима. Но потом постепенно, когда я стала снова выползать к людям, я начала чувствовать, что им это стало важно по-другому. То есть если в благополучные мирные времена люди просто приходили послушать интересные баечки и обзавестись какими-то интересными фактами для того, чтобы потом их пересказывать коллегам у кулера, девушкам на свиданиях, то теперь люди действительно приходят еще и за эмоциональной и моральной поддержкой. И люди в Москве чувствуют себя во внутренней эмиграции против всего этого государственного нарратива. И люди в Тбилиси чувствуют себя во вполне настоящей эмиграции. И им важно увидеть, что таких, как они, много, им хочется просто прийти побыть среди своих. Я дам хороший психологический совет, опять же, от Даниэля Нашевсё Канемана, который писал в своей книжке «Думай медленно, решай быстро», среди прочего, про иллюзию фокусировки, про то, что ни одна вещь не важна настолько, как нам кажется, когда мы про это думаем. К вопросу о перенаправлении внимания. Конечно, когда мы думаем о том, насколько наша жизнь покатилась прахом, и насколько все наши планы полетели к черту, и насколько мы привели ребенка в нестабильный мир и так далее, то мы в ужасе. Но мы впадаем здесь в такой замкнутый цикл того, что чем больше мы об этом думаем, тем больше мы становимся в ужасе, в то время как лично с нами ничего катастрофического сейчас не происходит. У нас есть какая-то еда и какая-то крыша над головой, судя по тому, что у нас есть билеты на платную лекцию. Нам есть чем кормить ребеночка нашего. И, в общем-то, 90% времени мы все равно делаем примерно то же самое. Психотерапевты здесь говорят про всякие техники типа mindfulness, про фокусировку на том, что происходит здесь, сейчас, вместо того, чтобы думать про наше чудовищное прошлое и наше пугающее будущее, потому что здесь, сейчас обычно какой-то прямой непосредственной угрозы нам нету. А мой личный психотерапевт, я к нему сходила на пару сессий после того, как у меня случился внезапный трагический отъезд, когда дорогое отечество пообещало меня посадить на 20 лет по телеку. И адвокат посоветовал не проверять, насколько они серьезны, потому что у меня ребенок. И не стоит в интересах ребенка проверять, насколько они серьезны. Вот. То после этого я сходила на пару сессий к психотерапевту, чтобы не совсем поехать кукушечкой. И психотерапевт мне разрешил не планировать будущее и не думать о том, чтобы устраивать какую-то новую жизнь в какой-то новой стране, этой или другой. Психотерапевт разрешил мне считать себя в ссылке, считать себя в изгнании и сидеть, ждать, пока я смогу вернуться домой. Но учитывать, что я неизвестно, когда смогу вернуться домой, и пытаться провести это время более или менее продуктивно. Например, вот лекции вам почитать, ребенка растить в любви и заботе для того, чтобы вернуться домой во всеоружие, в идеале с каким-то запасом денег на то, чтобы было на что квартиру снять, когда это мое отожмут, ну и так далее. Вот. Такие дела. Моя аудитория вообще практически вся была довольно выраженно антивоенная. Это было еще с самого начала войны, понятно. У меня был чатик посетителей моих лекций, маленький. Там на 200 человек, когда война началась, нашелся всего один упырь, и то не очень активный. Мне кажется, что корреляция между антивоенной позицией и интересом к популяризации науки довольно явно, ярко проявлена. Я связываю это с тем, что научпопом, в принципе, интересуются люди, для которых цены идеалы науки, прогресса и развития. И, в частности, научпопом про мозг, каковой я транслирую, интересуются люди, которые понимают, что мозг — это крутая, сложная штука.
мозг человеческий – это впечатляющее достижение эволюции. И мозг человеческий, он не только биологический, но и социальный объект, в том смысле, что ребенок превращается в сложно и абстрактно мыслящего человека в результате большого количества сил и любви, которые в него вложены. И человеческий мозг – это настолько сложный объект, что уничтожать человека с его мозгом – это варварство. Любая человеческая жизнь бесконечна цена, и я думаю, что это в большей степени понимают те люди, которые склонны восхищаться тем, как сложно другие люди устроены. Значит, мыши есть. Мы можем с ними, мы можем аккуратно сейчас пройти по периметру этого зала и посмотреть еще, где они сидят. Можем пройти во второй зал. Пойдем вот к этой. Она отдельная. Никого нет. Миша, она трясется. Она разогревается. Сейчас разогреет мышцы. Сейчас. Вот показательно справедливость войны. У нас очень много друзей в Киеве, и у нас очень много друзей в Москве. Ну, это типа тысячи людей. Ну, чтобы понимать круг общения, да? Ну, очень большой. У меня нет ни одного, даже близко знакомого, кто имел бы какое-то отношение к этой чудовищной войне в Москве. Ни одного. И у меня все друзья, хорошо, 95% друзей, они участвуют в войне с украинской стороны тем или иным образом. Это фотографы, это архитекторы, это ученые, это актеры, это писатели. Это люди, которые всю жизнь что-то создавали, что-то хорошее, что-то доброе, которые вынуждены сейчас пойти, идти и убивать людей. И это, блядь, ненормально. Потому что им надо защищать свою страну, и свои семьи, и своих детей. Большинство моих друзей уехало из России, а не все уехали в Грузию, но многие. В Грузию много уехало людей. Да, я с ними общаюсь. С теми, кто остался, я тоже общаюсь, хотя надо сказать, что, ну, то есть пропаганда, она витает в воздухе. И у людей, которые остаются, им сложно поддерживать здравый взгляд на весь ужас происходящего и как бы адекватно на него реагировать, поэтому с некоторыми есть определенные проблемы. Да? У меня брат, значит, он смотрит, к сожалению, телевизор, он типа сошел с ума, и он со мной, когда началась война, я написал все, что я думаю, в выражениях, в которых имело бы смысл это написать. Он мне позвонил и сказал, что если он меня еще раз увидит, он меня убьет. Вот. Мы с ним не разговаривали год. И только год спустя начали потихоньку разговаривать. И вот я очень рад и горд тем, что вот не так давно, 2 месяца назад, он даже приехал ко мне в гости, и мы с ним смогли 3 дня общаться. Не затрагивая эту тему, естественно. Церковь не отделена от общества. Церковь – это часть общества. И как все общество находится под огромным прессингом пропаганды, ему очень трудно противостоять. Священники – такие же люди, они слышат то же самое, что льется на них со всех сторон. Да еще и исходит очень часто от священноначалия, спускается сверху как обязательное. Вот сейчас рассылаются циркуляры, в которых предписывается читать молитву о победе, что вот какие-то языки на нас ополчились, почему-то там написано, какие языки на нас ополчились, брани хотящие. Но почему-то все произносят эти пустые и ложные слова. Очевидно, что если бы вся Россия
вот прям совсем вся была бы деятельной антивоенной, то, наверное, это все не стало бы возможным. Но такого не бывает все-таки ни в каком обществе. Не бывает такого, чтобы абсолютно все граждане страны были бы резко против своего правительства, которому, к тому же, давно принадлежит пропагандистский ресурс. Но это не означает, что антивоенное сопротивление совсем бесполезно, потому что, по крайней мере, это то, что приходится делать, извини за пафос, для учебника истории, для того, чтобы впоследствии учебника истории была хорошая аргументация о том, что многие действительно были против, а многие шли на какие-то серьезные риски в своей частной жизни, для того, чтобы выражать свое сопротивление. России в свободу! Украине мир! России в свободу! Украине мир! России в свободу! Украине мир! России в свободу! И, понимаешь, Россия с карты мира никуда не денется, вероятно. И Украина с карты мира, конечно, никуда не денется. И эти два народа с все равно некоторым близким историческим бэкграундом, взаимно тесно переплетенным с некоторыми общими культурными традициями, все равно им придется когда-то налаживать отношения. Не при жизни Путина, хорошо, если при нашей жизни, может быть, при жизни наших детей, может быть, при жизни наших внуков, все равно когда-то война закончится, так или иначе все войны заканчиваются, все равно будет нужно выстраивание какого-то диалога. И вот здесь, конечно, существование антивоенного сопротивления в России будет очень важным центром кристаллизации для возможности будущего диалога. Конечно, как мы уже говорили, я тоже сделала недостаточно. Как гражданин и житель России, я тоже недостаточно пыталась, скажем, настраивать своих соотечественников против войны для того, чтобы сделать ее менее возможной, более проблематичной. Но здесь такой есть проверочный вопрос. Была ли бы война возможна, если бы все были как я? Я думаю, что если бы все были как я, то есть были людьми, которые ни разу в жизни не голосовали за Путина, прилежно ходили на протестные митинги, пытались как-то писать, рассказывать, объяснять, агитировать против и налаживали культурные связи с Украиной, наверное, было бы сложно это все раскрутить. Поэтому, наверное, я могу не очень сильно терзаться именно виной, что не снимает с меня коллективной ответственности как с человека, чья судьба неразрывно связана с Россией. Это погреб. Марань – это погреб? Марань – это дословный перевод «винный погреб». Вот это марань. Это марань. А это чей-то? Виноградник. Мы не знаем, чей ни марань, ни виноградник. Винограды отдыхают, а в феврале начинается стрижка. Это тоже в селе искусства, надо знать, как стригать. Потому что надо сохранить такой ветки, который, ты уверена, будет следующий год дают большой урожай. Когда гости садятся в машину, и мы их не знаем, они нас не знают, и Грузию не знают, впервые приезжают, на самом деле мы же начинаем с нуля, с низов. Мы просим предположить гостей, например, как вы думаете, сколько людей в Грузии живет? Обычно вообще нет версий, когда узнают, что меньше 4 миллионов, примерно 3,7 миллиона, очень удивляются. Очень удивляет, что в Грузии за последние 30 лет было две войны. Наверное, больше они не хотят. Рисуем карту, показываем, что вот этот региончик и вот этот региончик, они в составе, но они недоступны. Удивление. Удивляется, что в Грузии огромное количество беженцев. Само слово «беженец». Люди думают, что это какие-то иностранцы, которые живут в Грузии. А грузины называют беженцами грузин, которые не могут сейчас жить в Абхазии, не могут жить в Осетии. Они беженцы в своей стране. Мы не инициаторы разговора, но если человек приезжает летом отдыхать в Грузии, говорит нам о своих планах, говорит, что вот я сейчас в Тбилиси, дальше следующий пункт в Батуми, а потом я хочу арендовать машину и в Сочи сгоняю. Мы говорим аккуратно, а как вы в Сочи-то сгонять надумали? Ну, через Абхазию. Видимо, не мог сейчас ответить. Это Саша Скочеленко, сделанная в тюрьме. Ну, как все знают, ее посадили на 7 лет за то, что она заменила несколько ценников в магазине «Перекресток» на Васильевском острове. И мы их здесь поставили, чтобы, ну, быть как-то с ней, понимая, что это невозможно. Ее творчество, кстати, очень жизнерадостное. Такие вот яркие цветные картинки про жизнь в камере. Важно, что эти открытки, они не продаются, их просто можно взять, любой может прийти, взять. Мы их покупаем для того, чтобы люди хранили их дома. Сейчас жизнь в доме продолжается, все комнаты, квартиры заняты.
Люди занимаются своими вещами, людям надоело постоянно тусить. Многие события стали происходить в Тбилиси, и мы ездим туда. Книжный магазин открыла Катя Комиссарова. Концепция этого магазина, единственного такого в Тбилиси, в том, что мы international bookstore, то есть мы не стараемся быть только для русских. Вообще эта история с гетто, она мне ни здесь не была близка, ни там. Поэтому я стал с ней сотрудничать и работать в этом магазине. Опять же, это не совсем магазин, это магазин-бар. Если устраивается вечер поэзии, то это будет поэзия на русском, английском, грузинском языке. Whenever there are lights of the city giggling above the mindful streets and people full of wine and pity walking in different styles and speeds, I see it looking down in silence. Когда вот убили Алексея Навального, мы были все в шоке. Мы прямо написали пост в Инстаграм на трех языках. Приходите, пообщаемся. Всем плохо, поговорим. Вот. И мы сидели с несколькими людьми там до ночи, как-то проговаривали, все это переживали. Я думаю, сюда пойдет холодильник. Попробуем. Начнем с этой стороны. Так, сюда легонько я положу сверху. Так. Это предпоследнее яйца. Так, надо как-то. Все. Все. Как священник, я в эти два с лишним года уже не получаю ничего. Никакой зарплаты. Естественно, мне надо было искать какой-то другой заработок. В это время неопределенности основное бремя финансового обеспечения семьи взяла на себя моя жена Мария Батова. Я думаю, многие ее знают. Очень талантливый музыкант, невероятно многогранный. Она знает и любит, и умеет и рассказать, и исполнить музыку с 10 по 21 век практически без исключения. А куда сейчас едем-то? Да, мы адресат не забили? Но давайте ее подвезти, потому что да, вот хорошо. По кругу мы идем на эту дорогу. Ну, это понятно, едем да. на Дегломский массив. Ага. А вы через как, мост. Телефоном-то, собственно, можете пользоваться? Да, конечно, конечно. Потому что у нас как раз есть бот, который помогает с навигацией. Угу. Он говорит, я понял, кто да. следующий клиент, как его зовут, сколько прям. Пакетов, какого О-о. Цвета. У нас ага. с вами дистрибьюция фреш-продукции. Ну, знаете, угу. нету такого сервиса в Грузии, угу. который доставляет именно отборный товар. А клиенты в основном релоканты, да? 90% у нас экспаты-клиенты. Экспаты. К сожалению, или к счастью, ну, не знаю. Местные просто не верят в это. В новом году у нас, кстати, упало количество клиентов. Как раз в связи с тем, что некоторые в Батуми, некоторые в Россию обратно. Да, я, кстати, не спросил до сих пор, как называется фирма, какой сайт, адрес. Boxes.delivery. А, Boxes. А, да-да-да, видел, конечно. Так, приходи в приложение. А, ну, конечно, в приложение, я еще не перешел. А, все, теперь нормально, вот в чем дело. Через 200 метров поверните налево. Здесь налево сейчас? Или... Да, там налево пойдет. Да. Можно даже на тротуар заехать, но я думаю, вот здесь достаточно. Хорошее место. Вообще супер. Угу. Зайти в воду, правильно? И там найти как контакт. Так, Телеграм. Так, вот третий подъезд. Подъезд третий этаж.
Номер квартиры 11, да? Код от подъезда 3 от Нью-Йорка. Один красный пакет. Понятно. Да. Все. Старайтесь брать. Отпустите. Там он немножко... Ага. Вот так. Хорошо. Хорошо. Все. Вот так. Спасибо. Все. Все, вперед. Да. Ура. Так. Из 6 человек, которые приехали сюда, 2 осталось. 2 уехали обратно в Россию по разным обстоятельствам. 1 уехал в Израиль и 1 в Германию. Грузия стала страной, которая помогла пережить вот этот первый период. Для кого-то стала некой перевалочной историей. Я, на самом деле, так люблю Грузию, что я не очень хочу куда-то двигаться. Мне нравится здесь абсолютно все, от климата до людей, до еды. То я очень завидую им, что у них получилось, пока что, во всяком случае, достичь того, чего не получилось достичь у нас. Нет. Ага, нет. Он за нами бежит. Нет. Значит, на нем пойдет гулять. А как, мы от него уже не избавимся. Грузию я любил давно и ехал сюда с радостью. И вот 2 года я тут живу и продолжаю радоваться. Есть некоторые проблемы с отсутствием возможности легализации, с тем, что нынешнее правительство Грузии давно взяло курс, по примеру Путина, на авторитаризм. Но что касается людей, страны, природы, вообще никаких вопросов нет. Никогда не сталкивался с агрессией, никогда не сталкивался с недружелюбием. Вообще-то, это я, ну, как бы, когда мы собираемся с моими дорогими и любимыми грузинами за одним столом, я поднимаю этот вопрос практически всегда. Я говорю, что Грузия и вот село, в котором я живу, они приняли меня в самый страшный, в самый тяжелый момент моей жизни. Они... Не, ну, если было какое-то место, где я должна была оказаться, то это было оно. Они меня окружили заботой, окружили любовью. Они каждый раз говорят: «Даша, ты здесь в безопасности». Всем, каждым своим действием, каждой чашкой кофе. Когда у меня были тут неббольшие проблемы, у меня левый паспорт за кран кончился, новый не начался. И в какой-то момент я жила без паспорта. Я была уверена, что мое село меня отобьет. Я знала, что меня, что я в любом случае найду здесь какой-то выход. И мы освещаем иногда и происходящее в Грузии. Например, нам интересно наблюдать, как я уже говорил, как она идет путинским путем. Как они повторяют все те же самые ошибки. Например, про выборы мы много разговаривали с местными. И та же самая ошибка, что и у нас была. Игнорирование, махание рукой и надеждой, что без нас там как-нибудь решат. Наблюдаю за тем, как участковые избирательные комиссии Грузии становятся постепенно похожими на наши. Там также сидят уже бюджетники и также занимаются фальсификациями выборов, как это было на предыдущих парламентских выборах. Наблюдаю за тем, как работает законодательное собрание и раз за разом выдвигает законы, идентичные российским. И это не только закон об иностранных агентах. Недавно они еще закон об запрете ЛГБТ-пропаганды решили продвинуть, тоже полная калька с российского. И я смотрю и вижу: о, это Россия 10 лет назад. Ой, а тут уже на 2 года вперед они перескочили, и тут уже Россия 8 лет назад. И это и интересно, и любопытно, и страшно одновременно. Мне постоянно снится, как я приезжаю в Самару. Зачем-то. Я не могу понять никак, зачем я туда прилетаю. Приезжаем, мы туда добираемся, все есть. Это не одна, со мной кузнец и кто только не. И мы приезжаем, и меня снова охватывает вот этот страх дикий. И в одном из последних снов я приехала к маме, и мне было так страшно, что я помню, во сне я искала в разных коробках успокоительное. И не находила. И я проснулась и написала маме: «Мама, я приехала к тебе и искала успокоительное». Она ответила мне: «Не переживай, у меня всегда есть». Я очень хочу, чтобы у меня была возможность вернуться в Самару. Я очень хочу приехать туда без этого самого страха. Я очень хочу пожить летом в своей квартире в центре города. Я не уверена, что я через 2-3 года смогу сказать: «Эй, дети, война закончилась,
снова собираемся и переезжаем обратно в Самару. Я не уверена, что я могу себе это позволить. И чем дольше идет война, тем меньше шансов, что я смогу обратно приехать в Самару, что я найду на это силы, что я смогу интегрироваться туда обратно и как человек, и как работник, и как мама. Дети уже тут укоренились, социализировались. У них тут друзья, одноклассники, учителя, школа. У них тут кот, у них тут собака, у них тут любимая пальма, в конце концов. Еще раз взять их с корнем, выдрать, в прошлый раз это было тяжело. Они до сих пор, понятно, скучают по бабушке, они время от времени вспоминают о ком-то из одноклассников, хотя, честно говоря, все реже. Второй раз опять с корнем, которые уже глубоко проросли, особенно если это будет не очень скоро, вряд ли, а в очень скоро я не верю. В очень скоро я не верю, это самая большая проблема. Вряд ли. Вино уже на столе есть, то, что вы принесли, все там. Можете что-нибудь налить и сидеть со стаканчиком, например, чая или не чая. Вот, так что, пожалуйста, чувствуйте себя пока более-менее свободно, но когда уж Герман начнет, тогда уж, да, как-то понимательнее. Добрый вечер. Спасибо, друзья, что пришли. Спасибо Маше и Олегу за гостеприимство. Стихи января 22 года. Густ, хоть тонок, колос ржи, пуст, хоть звонок, голос лжи. Траливали, тили-тили, лебединое озеро запретили. И стихотворение написано 15 марта. Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи уже вообще не слышны. Конечно, я скучаю по Москве, что говорить. И настоятель меня отпускал достаточно легко. Ну, имею в виду, что я смогу вскоре вернуться. Ну, может быть, через пару месяцев, может быть, через 3-4, ну, полгода. Но что это будет больше 2 лет, конечно, никто тогда не предполагал. Хотя в Грузии, безусловно, очень красиво, местами прям безумно красиво, но все-таки здесь мы чувствуем себя скорее в гостях. Все-таки, наверное, надо прожить очень долго, чтобы другая страна стала вторым домом. Такое бывает, случается, но пока еще до этого очень далеко, и, безусловно, чувство оторванности от дома, оно есть, да. Я, к сожалению, действительно человек очень сильно привязанный к месту. Мне сложно переезжать, мне никогда не хотелось жить нигде, кроме России. Сейчас у меня нет такой возможности, потому что я не знаю, когда я смогу вернуться домой. Хотя, конечно, я вернусь домой сразу, как только это станет безопасно. То есть, как только выпустят политзаключенных, сидящих по статьям, похожие на те, что могли бы угрожать и мне. И мне в этом смысле, конечно, неловко перед Грузией. То есть, с одной стороны, я ей очень благодарна за то, что Грузия предоставляет россиянам возможность долго пребывать в своих границах подальше от цепких лап дорогого Отечества. И я надеюсь, что мы, понаехавшие, приносим Грузии какую-то пользу в том смысле, что какие-то здесь происходят бизнес-активности, которые добавляют каких-то налогов в бюджет, где-то происходит обогащение среды, где-то мы хотя бы даже просто потребляем и за счет этого даем развитие местным бизнесам. У меня нет ощущения, что граждане Грузии как-то сильно недовольны тем, что мы к ним понаехали, но у меня может быть искажение восприятия, связанное с тем, что во многие взаимодействия с местными я вступаю вместе с ребеночком.
в Грузии очень любят детей, поэтому милота моей дочери распространяется заодно и на меня. Вот, но да, действительно, это очень ценно со стороны Грузии, что она нас сюда пустила. Я испытываю к ней благодарность. Мне сложно пока испытывать к ней любовь, потому что это не то, что я выбирала. Я, в общем-то, даже не выбирала страну. Я просто уехала туда же, где уже был отец моего ребенка. Потому что если все равно уезжать, то логично, чтобы хотя бы у ребенка тогда были оба родители. Долго в пещерах находишься. Больше всего на выходе поражают запахи. То есть ты находишься длительное время в условиях сенсорной депривации, и когда ты выходишь на поверхность, у тебя мозг прямо вскипает от количества разной информации. Я после того, как прожил 3 недели, вышел, увидел светофор и чуть не умер вообще, потому что это такие цвета немыслимы просто. Так не бывает у меня. Мозг отвык от таких цветов. Вот у меня есть совершенно четкое выражение, которое описывает здесь все. Грузия – это спа для души. Это благословенный край, в котором живут благословенные люди. Прекрасно, тихо, бесконечно. Все, что ты можешь рассказать про рай. Групп Хаг. Хаг. Групп Хаг. Что? Любовь. Лав. Амур. Вот кебес добавил. А по-грузински? Жульен, да, and 1, 2, 3, 4, 5 women. Oh, it's no big deal for me. I wished it. Амур. А по-грузински сихварули. Сихварули. А радость? Сихарули. Сихарули. Так, радость, сихарули. Так что вам радости и любви сихарули и сихварули. Сихварули.